Всех приветствую на канале, ребят. Сегодня у нас будет обзор на игру Apex Legends на Xbox Series S. Весит данная игра 69 гигабайт. Доступна бесплатно в магазине Microsoft Store. Это free-to-play проект от создателей Titanfall. Погнали, посмотрим, как хорошо она оптимизирована. Играют ли в нее люди вообще сейчас? Кто не знает, что это королевская битва вот, в стиле Titanfall, вот что-то такое. Типа, похоже чем-то на Fortnite, но от первого лица. Ультрасовременный типа сеттинг. 4 на 4 тоже можно играть. Сейчас посмотрим. Я в него немного играл, поэтому понимаю, как бы, что-то такое, как она устроена, механику. Так. Это пропустим. Постоянно происходят какие-то обновления, меняются сезоны, поэтому игра, в принципе, до сих пор должна быть актуальна. Она поддерживается, меняется механика игры. Давайте посмотрим для начала настроечки, что у нас есть по графике. Так, давайте настройки. Делаем для начала звук потише, чтобы нам не мешало ничего. Так, где-то вот так. Где-то вот так сделаем, чтобы это ничего нам не мешало. Так, отлично. И давайте посмотрим, так, режим видео, что здесь есть. Поле зрения у нас на 70, давайте я поставлю на соточку. Поле зрения на соточку мы сделаем. Ага, изменение этого параметра может повлиять на производительность. Давайте, пускай будет сотка, так. Тряска при беге нормальная, масштабирование поля зрения. Окей, пускай будет. Нет, почему нет? Как принять? Ага, применить, Y, все. Работает данная игра в режиме Full HD 60 кадров. Никаких режимов графики, никакого режима быстродействия здесь нету. Это уже якобы Next Gen обновление. То есть они сделали на Xbox Series X и Xbox Series и PlayStation 5 сделали 4К обновление, а у нас есть всего лишь Full HD 60 кадров. Ну, в принципе, для free-to-play проекта это достаточно, как бы. Погнали, посмотрим, как она работает. Так, бой втроем почему-то у меня стоит. Давайте мы выберем, не знаю, что. Вдвоем, пускай будет вдвоем. Готовность, и погнали, посмотрим, как это работает. Полетели. Такой у меня персонаж, охотник с вороном. Здесь есть классы персонажей, как и обычно, как бы. Давайте посмотрим, вот легенды. Есть разные персонажи, у каждого свое умение. Свои сильные и слабые стороны. Видите, еще не все открыты, их отдельно нужно еще и покупать, прикиньте. Нужно покупать отдельно персонажей за день. За встроенную игровую валюту. Некоторые открываются базовые, некоторые нужно покупать. Поэтому тут как бы фри-ту-плейный проект, но здесь нужно платить. Как бы нет такого, что ты купил там какого-то персонажа, и ты будешь чисто им выигрывать. Нет, у него будут просто другие способности. Возможно, тебе будут больше они нравятся, чем другие персонажи, которые тебе даются бесплатно. Но это чисто уже дело вкуса, ребята. То есть такого, что прям покупные персонажи чем-то кардинально отличались и давали тебе какое-то преимущество, здесь такого нет. Здесь такого нет. Так, почему-то долго у нас ищет игроков. Не понимаю, почему. Так, а можем в одиночную зайти. Интересно, можем в одиночную. Так, обучение, контроль. Рейтинговое. Не, все-таки не можем. Мы не можем здесь в одиночку играть. Нужно подождать. Так, посмотрим, что в этом сезоне. Так, это боевой пропуск, это классика. Как обычно добавляют его. Для открытия каких-то кастомок это снаряжение. Здесь штурмовые винтовки, пистолеты, пулеметы. Разное, в общем, оружие. Оно также кастомизируется. Видите, можно его под себя делать. Например. Такие вот разные скины здесь есть. То есть. Прикольно. В принципе, прикольно сделано. Есть талисманы всякие там. Это прикольно сделано. Магазин, как обычно. Такой-то клуб. Поиск клуба. Это типа кланы. Кланы или легионы. Называйте, как хотите. В принципе, так. Здесь также есть сезон. Видите, до конца сезона 24 дня. То есть в конце каждого сезона какое-то обновление крупное, как в Fortnite. Происходят какие-то обновления механики, добавление каких-то новых механик игры, как новые карты, новые персонажи. Все как обычно. Так, ищем игру. Кроссплатформенная игра. Интересно, можно ли отключить кроссплатформу? Сейчас посмотрим в настройках. Так. Автобег. Режим стримера, давайте мы режим стримера это включу, все так. Скрывать имена игроков, некрологи на баннерах легенд, давайте пускай будет. Так, кроссплатформенная игра, вот можно ее выключить, смотри. То есть, в принципе, можешь выключить, если тебе будет некомфортно играть с людьми, которые играют против
тебя на компьютере с мышкой и клавиатурой, ты можешь спокойно выключить ее и играть только на геймпаде. Ну, конечно, тут еще зависит от того, какой будет онлайн. Будет ли быстро находить у тебя игры. Тоже хороший вопрос. Потому что кросс-платформа, в принципе, она позволяет тебе быстро находить игры и подбирать всех персонажей. Так, что-то мы не можем никак эту игру найти. В чем проблема? Странно. Почему-то мы не можем найти игру. Давайте, может, не знаю, поставим втроем. Может, больше людей играет втроем. Может, а там проблема. Попробуем. Сейчас попробуем. А что такое кроссплатформенная игра, час 22 минуты? А, ты, наверное, не наиграл или что в час 22 минуты? Непонятно. Что это такое? Какие-то новости, видите? Готов пробовать что-то новое, залетайте в сборник. О, видите, все, втроем. То есть нужно просто втроем находить. Вдвоем, видимо, мало людей играет. Все играют в классический режим, где втроем. Окей, так, выключить голоса, давайте будем пробовать, ребята. Так, здесь выбор персонажа, давайте возьмем вот это, мне нравится. Или охотника. Цель захвачена. Давайте охотник, возьму охотника, у него прикольная тема, он, по-моему, может видеть, типа, где находятся ближайшие противники, мне он нравится. Ух ты, вот, вот такой интересный скин, крипта, прикольный. По-моему, такого не было. Или это просто скин такой. Способ выжить. Прикольно выглядит так. Вот нам показывает, кого какой уровень, сколько побед. А, вот показывает чемпиона прошлой игры, 293 уровень. Мощный тип. Мощный тип. Мне выбирать, где нам сражаться. Так, окей, видите, я становлюсь выпускающим. Давайте мы будем где-то высаживаться. Так, выпускаемся. Это классическая. Классическая королевская битва. То прикольно, ты их ведешь, куда вы будете высаживаться. Как-то. Так, сразу быстренько бежим лутаться, ребята, что здесь нужно найти пушку какую-то. Подкинуть оружие. Вон, пушка, давай. Так, мы нашли оружие. Отлично. Одного убили. Лечись, лечись. А второго убили. Отлично. А как так? Как так? Я двоих убил. Почему они так быстро слились? Почему они так быстро слились? Это просто жесть. Почему так? Так, как мы сразу можем начать другую катку? Давайте сразу другую начинаем. Очень быстро все произошло, видите, как обычно в королевской битве. Если сразу не залутался, тебя очень быстро выносит. Ну прикольно, мне прям понравилось, очень динамично. Давайте мы сразу начинаем продолжить. Начинаем другую. Так, втроем. Я хочу немножко сделать меньше все-таки этот... Все-таки немножко меньше поле зрения. Мне не сильно удалось, и на 80. Вот так где-то сделаем. Мне будет намного удобнее. Так, отлично. Или ребятам просто не повезло, которые были со мной. Они не успели оружие взять. Или просто противники попались мощные. Ну, непонятно. Я двоих, по крайней мере, двоих убил, как бы уже что-то сделал. Тут уже как повезет, видите, баланс как бы странновато немножко. 290 уровень против меня кидает. Странно выглядит, конечно. Можно сделать хотя бы получше. Никогда не понимал, зачем это делать. 300 уровень будет играть после, против каких-то первых, как бы смысл. Это ж никакого интереса нет. Ты будешь убивать их как ботов. Ну, они, соответственно, тебя не смогут убить. Какой-никакой баланс в игре должен быть все-таки.
и подбираться по среднему уровню в команде. Когда люди будут играть, и будет какой-то интерес. Ну, Apex это, в принципе, культовая игра, в нее очень много людей играет, поэтому... давайте мы опять этого охотника берем. Всеотец отдарит нас. Так, это какой-то наш Октейн. Он, по-моему, каким-то газом ядовитым кидает. А третий кто у нас? Ух ты, что это такое? Прикольно. Прикольно выглядит. Здесь, по-моему, добавляют каких-то новых персонажей. Я вот когда играл в него где-то полгодика назад, этих персонажей, по-моему, не было. Этих персонажей, по-моему, не было. Так. Ну, чемпион 22 уровень, нормально. И с ним еще в команде 79. В принципе, нормально. Так. Давайте послушаем их, высадимся вместе с ними, ребят. Я не скажу, где здесь лучше, поэтому. Пока я не. Вроде весело. Давай туда. Полетели. Отлично. Красиво сделано. Прикольная картинка, ребят. Все супер плавно работает, ничего не тормозит. Full HD 60 кадров отлично работает, поэтому у кого есть Box Series S, скачивайте, будете кайфовать. Так. Такое себе, я вам скажу, решение было высаживаться. Там типы уже, вижу, высадились прямо возле нас. Давайте мы сразу как-то броню зарядим. Я уже забыл, как здесь это делать. Так, он что-то поджигает. Ну и где ты? Очень похожий геймплей, но вообще механика передвижения персонажа, стрельбы с Titanfall'ом. Ну, в принципе, это одни и те же разработчики, поэтому скорость должна быть заметна. Так, мы даже по ком-то попадаем. Прикольно, прикольно сделано. Стрельба мне прям нравится. Так, как так? Как ты так быстро меня убила, не понимаю. Так, у нас есть нокаут щит. То есть пока мы лежим, нас пока могут не убить какое-то время. Давай, чувак, давай, лечи меня, пожалуйста. И тебе как повезло. В этой катке повезло с командой больше. Давайте похилимся. Так, и здесь как-то можно щиты заряжать. Я уже не помню, как это делается, ребят. Я уже этого не помню. Нам нужно какую-то броню. Так, вот у нас умение есть. Понял. Все, это мы показываем ближайших персонажей. Сканируем территорию. Прикольно сделано. Так. Что это такое? Магазин, давайте возьмем. Да что ж ты будешь делать? Как так? Блин, просто. Второго тоже вырубил. Падла. Так, наш уже пытается выкурить его. Ну, прикольно сделано, скажу, реально прикольно. Нужно, правда, привыкнуть к настолько быстрой динамике вообще этой игры. Что, блин, очень быстро все происходит. Где-то не успел досмотреть, все, уже подбегает. Потому что у них разные умения, нужно понимать, какое умение у какого персонажа. Неплохо работает, я вам скажу, очень даже хорошо. Любителям данной серии игр и вообще... подобного рода игр, как бы рекомендую. Apex — прикольная тема. Отлично оптимизирован, ничего не лагает. Классная графика. Все максимально плавно работает. Рекомендую однозначно Apex, тем более бесплатно в магазине. Скачивайте на Xbox Series S. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии. На моем канале также есть обзоры на другие игры. Недавно запустил стримы, поэтому будет интересно. Всем спасибо, до новых встреч.